Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу поделиться очень вкусным рецептом приготовления кабачковой икры. Я знаю, что вы знаете много рецептов, вы уже готовили, но вдруг вы не делали так, как делаю я. Я готовлю кабачковую икру в духовке, запекаю овощи там, и получается необыкновенно нежная, необыкновенно вкусная кабачковая икра, которая просто на ура уходит зимой. Поэтому, если вам интересен этот рецепт, оставайтесь вместе со мной и будем готовить. Здесь сейчас в видео я напишу, какое количество нам понадобится ингредиентов, что касается овощей. И на выходе у меня получилось 4 700-граммовых баночки. Значит, я беру, стараемся брать кабачки без крупных семечек, да, помоложе. Также нам понадобятся помидоры, перцы, морковь и репчатый лук. Все это мы нарезаем очень быстро, да, то есть сильно не задумываясь, берем кабачки, режем их квадратиками. И для кабачков я приготовила отдельный пакет рукав для запекания. Их больше, чем остальных овощей. Все-таки у нас икра кабачковая. Поэтому они будут запекаться отдельно. Остальные овощи будут запекаться в другом пакете. Выкладываем все в рукав для запекания. Духовку разогреваем до 200 градусов. Хорошо завязываем пакет, чтобы он не пропустил то большое количество сока, которое в нем выделится, иначе он начнет пригорать на противне и испортит нам все блюдо. Остальные овощи я тоже нарезала достаточно крупными кубиками, квадратиками, как вам больше это нравится. Сюда же я добавляю чеснок. Очень плотно завязываю. Не забываем и в том пакете сделать сверху дырочки ножом, для того, чтобы у нас выходил воздух оттуда вот таким образом. И укладывая на противень, запекаем 45-50 минут при 200 градусов. Все уже у меня готово. И сейчас вот я хочу слить сок. То есть выделяется при запекании очень много сока. Он нам не нужен. Если мы будем делать вместе с этой жидкостью, которая появилась от овощей, то икра будет очень жидкая и не такая вкусная, скажем так. Вот, поэтому я сливаю ненужный сок. Из него можно потом что-то будет, какие-то другие блюда сделать. Можно заморозить и тоже где-то потом применить. Можно просто не сливать, чтобы там не рисковать и не обжечься, просто взять там половником или ложкой, вытащить овощи из пакета, оставив сок на дне. Вот такая красота у нас получилась. Очень вкусные, очень ароматные, душистые овощи, запеченные в духовке. Теперь задача все это измельчить. Можно использовать обычный блендер, можно использовать погружной. То есть делайте так, как вам удобно, но наша задача — нужно превратить все эти овощи в икру. Когда будете работать блендером, делайте паузы, да, чтобы блендер мог остыть. Будьте осторожны, не сожгите его. Вот такая получилась красивая икра, очень красиво такого оранжевого цвета. Добавляем сюда соль, добавляем сюда сахар. Кипятить мы будем икру 20 минут на медленном огне, все время помешивая, чтобы у нас ничего не пригорело. Я добавляю сегодня яблочный уксус сюда. Если у вас нет яблочного уксуса, вы можете добавить обычный 9%, что тоже будет очень вкусно. И сюда же я добавляю растительное масло. Все это хорошо вместе перемешиваем и ставим на огонь. 20 минут должна икра кипеть на медленном огне. И после этого мы ее распределяем по баночкам. Наливаем полностью до самого верха икру в стерилизованные банки. Стерилизованными крышками накрываем. Все, вот такая красавица готова.
Банкой переворачиваем крышками вниз, укрываем полотенчиком и оставляем нашу икру до полного остывания. Друзья, попробуйте, сделайте хотя бы маленькую партию. Хотя я уверена, что когда вы попробуете, вы пожалеете, что сделали очень мало. На сегодня у меня все. Если понравилось видео, не забудьте поделиться с друзьями, поставить лайк. И я снова жду вас к себе в гости на канал. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.